Бесплатную приватизацию могут продлить. Госдума рассмотрела законопроект об этой инициативе. Напомним, что бесплатная приватизация должна была закончиться 1 марта 2013-го. Она началась в 1992 году. Ее сроки уже дважды продлевались. Как всегда, многие россияне привыкли все делать в последний момент, и как следствие в регистрирующих органах ажиотаж и длинные очереди. По некоторым оценкам, в России около 25 миллионов человек не оформили приватизацию своего жилья. Есть и те, кто вот-вот получит квартиру от государства. Жилищное строительство идет бурными темпами. Социальных программ в этой области немало. И люди высказывают желание приватизировать жилье. Кроме того, многие эксперты и сами чиновники считают, что сроки компании не стоит ограничивать. Я считаю, что это, ну, это мое личное мнение. Это, конечно, ущемление прав людей. Люди, которые вот сейчас, может быть, дети, они вырастают. Почему они лишаются возможности затем приватизировать жилье?